Гражданки Республики Армения, мать и дочь Галя и Анаит Акопяны, живут в холоде без электричества и воды. Семья Акопянов переехала в Ахалкалаки в 2006 году. И с тех пор у них нет ни вида жительства и ни гражданства, что и является основной причиной, что Анаида не может найти работу. Мы являемся гражданами Армении. Долгие годы жили в Ереване. После смерти отца переехали жить в Ахалкалаки. Там продали дом, потому что были долги, на лекарства тратили очень много, в больницах. И поэтому приехали жить в Ахалкалаки. Уже 12 лет мы живем в доме дедушки. Я не раз обращалась к местным властям, на что они отвечали, что мы не являемся гражданами Грузии, мы являемся гражданами Армении, не могут помочь. И по поводу работы тоже обращалась. Та же причина является, что я не могу работать. Ну, мы окружены, так сказать, соседями-миллиардерами, которые очень хладнокровно смотрят на все это, каждый день сталкиваются с нашим бытом, как мы живем, но никакой помощи мы не видели от них. Они очень хладнокровно смотрят на это. В отцовском доме Гали Акопян, где они проживают, нет никаких условий. Кушаем, и спим, и варим. Все в этой комнате, представляете? Двери и окна трухлявые, рушатся уже. Стекол нету, я прикрепила вот эти целлофановые приспособления, чтобы как-нибудь от холода защититься. Из потолка все время капает, когда дожди или тает снег. Что мы прикрепили, вот приклеили вот эти пенопласты, чтобы как-нибудь не находиться на улице, как будто на улице живешь. Вот здесь тоже есть комнаты. Холод, вообще невозможно сюда зайти. Здесь мы коробки рвем, чтобы как-нибудь согреться. Дом они отапливают кордонами, которые берут из соседних магазинов. Мать Анаиды Галя 1943 года рождения. Только она получает из Республики Армения пенсию в размере 140 лари, которая даже не хватает на хлеб. Анаит Акопян больна. У него врачи обнаружили опухоль и назначили операцию. Долгое время, живя в этих диких условиях, я заболела. Мучили меня боли. Я отправилась к врачу в 2016 году, в августе месяце. Врач-гинеколог осмотрел меня и немедленно отправила на операцию в Армению, на госзаказ. Врач-хирург в Ереване тоже осмотрел меня и сказал, что после операции я должна находиться в тепле, у меня должно быть хорошее питание, чтобы восстановиться. Приказывали, иди на базаре продавай что-нибудь, зелень или что. Я не могу, я тем более сейчас, что у меня, я больная. Я уже заболела за эти 12 лет, у меня опухоль, понимаете? Если я как-нибудь не исправлю это состояние, мне хуже будет. Отзовитесь на мою просьбу, пожалуйста, помочь мне, если у кого есть совесть, пожалуйста, помогите выйти из этого ужасного состояния. Анаит Акопян 1971 года рождения. Она закончила Государственную консерваторию в Ереване и является оперной певицей. Также одним из занятий для Анаит является живопись.
Երաժիշտ լինելուց բացի, բացի օպերային երգչուհի լինելուց, նաև նկարչուհի էլ եմ։ Տեսեք, իմ նկարներից մեկն է, Մասիս Սարն է։ Նաև շատ նկարներ ունեմ, ես ցուրտ պայմաններում ես ուժեմ գտել իմ մեջ նկարել։ Как говорят Галя и Анаит, остается надеяться, что добрые люди протянут руку помощи и помогут им выйти из такой ситуации.